Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. И у нас ивент. Погнали. Вчера, кстати, вечером поиграл в этих зомбиков, да. Набил как можно больше себе гемов. Купил, кстати, один слот для растений. Что же там еще-то у нас произошло хорошего, дай-ка вспомнить. А, ну, конфеток заработал, прошел все дополнительные задания. В общем, неплохо так. Но деньги, которые я заработал, потратил на прокачку растений. Кстати, очень много прокачал. До второго, до третьего уровня. Ладно, неважно, ребят. У нас ивент. Погнали. Два бонгчуя плюс чертополох. Я вижу, там гаргантюа у нас есть, да? Ну что же, поехали. Начнем с пушек. Так, чертополох поставим сюда. Так, началось, да? Великолепие все. Пока, слава богу, все нормуль. Так, это что у нас за зомби? Я так понимаю, она с пляжа, да? Не-не-не-не-не-не-не, родной, куда ты прыгнул-то? Так, пушки же я могу стрелять, что я про них забываю-то? Слушай, а вот это вот плохо. Смотри, куда он подкрался ко мне, а? Ну, не было печали. Сейчас тут повылазят всякие зомбики. Ну, справляемся пока. Пока все окей. Все тип-топ. Давай-ка выставим с вами бонгчой на первый план. Ну, хорош тут прыгать-то. Сосунки. Так, сейчас, кстати, волна пойдет. Очень жесткая. Нельзя позволить, чтобы вот этот чертополох съели. Ну, так же, как и вот эти бонгчои. Так, слушай, ну... Взрывные зомби. Воу-воу-воу-воу, прыгнули все. Что могу сделать? Вот так вот. Ультануть, конечно же. Да смотри, сколько там этих прыгунов. Блин, мне не нравится такой расклад. А что растение-то больше не дает мне? Эй! Дай-ка я, наверное, буду применять уже пушки, в конце концов. Почему растения не дают? В чем проблема? Че, лимит закончился, что ли, на сегодня? А, друзья мои? Я на это не подписывался. Так, давай-ка этого бомбанем с тобой. Сделаем вот так. Блин, а зачем здесь-то стрельнул, если тут врага не было? Оу, гаргантюа идет. Друзья мои, срочно заряжаем пушку. Бабах, а он еще и выжил. Я, знаешь, что думаю? А не зря ли я потратил... А, нет, все нормуль. Все нормуль, мы справились, подбили. Мне, кстати, дали два удобрения. Погоди, 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 погоди. Че так много-то вас? Так дело не пойдет, друзья мои. Так дело не пойдет. Так, этот у нас идет с ведром. Лютый чудик. Но вы запарились, серьезно говорю. Дайте мне передышку. Так, остаются последние три зомби прыгуна. Так, минус один. Минус два. И последний сверху идет. Ну вот. Как-то так, ребята, ивент мне понравился. Правда, вот почему-то у нас лимит был, конечно, по растениям. Открываем пиньяты. Ё-моё, я только вчера ее прапал, эту мину. Чертополох и деньги. 2000 голды. Это на данный момент мои первые деньги. По-моему, я все спустил, что только можно было. Ну что ж, продолжаем. Идем с вами на основную сюжетную линию. Так, мы остановились на восьмой миссии. Ребят, смотрите, у меня 90 гемов, 3000 голды. А где конфетки у нас показываются? Кстати, вы в курсе, что в магазине, ну правильно, кто-то из подписчиков написал, правда, я немножко раньше это узнал. Тут можно покупать, видишь, вот, например, вот это вот ментол, что ли, я так понимаю. Я не знаю, что он, правда, делает, но он стоит 100 конфет. А у меня в данный момент 86. Совсем немножко не хватает. Также мы можем с вами купить костюмы для наших растений. Видишь, тут 10 гемов стоит. Тут, например, 4000 голды. Перчатки. Но это все, ребята, для Пенни, для арены. Это у нас донат идет. Так, вроде бы больше меня здесь пока ничего не интересует. Я не знаю, ребята, у меня вот руки чешутся купить вот этот вот электрический горохострел. Правда, стоит почти 400 рублей.
По-моему, если не ошибаюсь, вот эту вот мортиру яблочную можно купить за гемы, 100 гемов, если я, конечно, чего-то не путаю. Так, вот у нас огнестрел, ребята, стоит 100 гемов. Кабачок тоже 100 гемов. Ага, халапеньо 100 гемов. Ну, короче, тут можно купить очень много чего, как говорится, за местную валюту. Не обязательно вкладывать свои деньги. Ну, это так, небольшая отсылочка, ребята. Ну, а мы с вами переходим в наш древний юрский мир. У нас 8-я миссия. Ну и давайте смотреть, что у нас тут. Как я уже говорил ранее, да, этот мир прекрасен, он очень красиво выглядит, и в то же время он ужасен. Кто у нас здесь? Ну, как всегда, обычные зомби. Блин, пришли. Вот кто вас сюда звал, а? Вот кто вас сюда звал? Так, возьмем лаву гуаву. Давай вот этого возьмем чудика. Не знаю, ну, фиг с ним. Пускай будет. Так, морковь. Я не знаю, нужна ли нам морковь. Может быть, возьмем с вами спорогриб. Наверное, замедляшку возьму. Так, друзья, видите, да, у меня одна ячейка открылась. Это последняя. И, наверное, бонгчой. Так, подожди, я подсолнух забыл взять. И, скорее всего, нам надо будет здесь взять бонгчоя. Или лучше магнит. Хотя у нас грибок тут дан. Не знаю, ребят, что он будет делать. Сейчас будем с вами проверять. Кто-то мне сказал, что Рэй, далеко ты на этих подсолнухах не уйдешь. Но я их прокачал, по-моему, до второго уровня или до третьего. Они должны сейчас быстрее выдавать энергию солнечную. Так, значит, динозаврик у нас пошел по этой линии. Надо подготавливаться. Естественно, он будет их перекидывать. Вот этих вот зомби первобытных. Сейчас он их будет перекидывать. Так, нам нужно подготовиться хорошенечко. Пока он идет, надо этот грибок заценить. Что он делает? Вот этот вот маленький, красненький сверху. Я его поставлю вот сюда. И что? И что это было? Он одноразовый какой-то. Да, спасибо тебе, грибок. Удружил. Ничего не скажешь. Надо будет разобраться с ним. Что же он все-таки делает, а? Так, придется лаву гуаву здесь потратить. Я этого не хотел, но мне пришлось, друзья. Так, секунду. Давай, наверное, вот так вот с тобой сделаем. Замедляшек тут везде понатыкаем. Ой-ой-ой, как он быстро справился. Ты смотри, он очень быстро справился с нашим каменным орехом. Что-то как-то мне это не устраивает. А куда динозавр ушел, а? Побродил, походил здесь и куда-то исчез. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой замедляшку сюда подключим и попробуем наказать их. Я занимаюсь, на самом деле, не тем, что нужно. Мне надо выставлять, извини меня, горохострелы и тому подобное. Вот они, явились, блин, только сказал. А куда же они пропали? А вот они тут, родненькие. Так, вот этих мы с тобой, наверное, взорвем пока. Этих замедлим. Этих мы с тобой замедлили. Слушай, я же вас... Давай посмотрим, что же ты делаешь-то, гриб? Не знаю. Вообще не могу понять, что он делает. Блин, лава-гуава, давай, выходи. Без себя, ну как-то вообще здесь нехорошо. Придется применять. Так, секундочку, секундочку. Что ты тут, мелкий проныра, орех мне ешь, а? Так, давай вот сюда, наверное, влепим. Так, этот сейчас тоже начнет, да? Подкидывать зомбарей. Чего-то здесь не хватает мне. Не хватает, наверное, вот сюда ореха. И вот так вот лаву-гуаву сюда бросим. Эй-эй-эй-эй, малышня, не надо перепрыгивать. Так, поставим. Смотри, что происходит. Смотри, что они тут чудят. Что творят. Так, замедляшку срочно. Срочно замедляшку. Так, лаву-гуаву, наверное, сюда с тобой применим.
Если будет критично, я, конечно, буду применять удобрение. Вот сюда. Дай-ка я могу заменить? Могу. Так, орех заменили. Это, я так понимаю, последний зомби у нас. И больше волн не будет. Да, долго я тут, конечно, раскочегаривался на самом деле, да? Пока вот этот ряд выполнишь, сделаешь. И вот мне его дали. И что, Грибок, вот толку от тебя? Вот объясни, пожалуйста. Что ты делаешь? Я вижу, у тебя сердечки, все дела. Ну как ты работаешь? Я не понял. Пока надо разбираться. Так, ну а мы переходим с тобой на следующий уровень. Хотя подожди, давай сходим в наш огородик. Я просто хочу глянуть, что у нас тут есть. Давай возьмем с тобой электрический стебелек. Лаву-гуаву. Нет, пока не буду ее трогать. Бонгчуя оставим. Давай вот этот орех возьмем. Три стрел. Так, вот это тоже заберу. И вот это заберу тоже. Надо будет использовать, чтобы, ну, нормальные растения у нас здесь появлялись, и мы могли высаживать их. Все. Ну что, друзья, поехали дальше. Так, это мы заработали. На 9-ю миссию переместились. Нам бы хотя бы сегодня дойти до 15-й. Но, мне кажется, сложно будет. Короче, поехали. Кого возьмем с тобой? Ребят, если я не пойму, что делает этот гриб, да, если не разберусь, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что он делает и как он работает, принцип его. А, так, мне дали... Понятно. А вот как хочешь, так и справляйся, да? Определенным вот этим вот составом. Как же я не люблю, когда вот это все ограничено. Ну, давай вот сюда поставим, наверное. Так, мелкий прыщ идет. Давай поставим, наверное, сюда мину. Успеет она созреть? Или нет? Успеет или нет? Нифига она не успеет. И просто съели. В наглую. Грибы, давайте мне, пожалуйста, энергию. Нормальные. Ну-ка, дай-ка я посмотрю вот так вот. Не пойму я прикола. Вот хоть убей. Просто не пойму. Так, мне нужно энергии, им очень много. Тут уже целая куча зомбарей идет. Я, конечно... Нет, мину бесполезно, наверное, здесь ставить. Так, задержим маленечко их. Сейчас поставлю сюда мину. И вот так вот. И грибок. Мина, успей, пожалуйста, созреть. Успей созреть. Орех, конечно, они быстро тут. Они-то, в принципе, успели. Но зомби по всем фронтам идут. Так, поставим, наверное, сюда с тобой миночку, да? Поставим с тобой сюда мину. И лавы-гуавы нету. Ничего хорошего нету. Давай вот так сделаю. Здесь прикроемся с тобой. Так, волна, друзья мои, созревает. Что? Так, а что я могу сделать? Могу вот так вот забомбить. На первых порах. Куда ты его понес? Блин, ты смотри, что сделал. Да как же оно работает-то, а? Не врублюсь. И опять он полетел. Оу, смотри, ребят, тут... Да, пропустил я вспышку. Вот такие вот бывают. Твою же налево. Ну что, придется запускать? Да... Кто там? Я не могу врубиться в этот грибок. Что он делает? Какой принцип его работы? Просто финиш, друзья мои. Давай сюда выставим. Наверное, бомбанем. Так, тут этот взорвется чудик. Это понятное дело. Давай, наверное, сюда еще мину влепим.
Выживай, блин, как хочешь называется. Я пытаюсь. Правда, плохо у меня все это получается. Солнышек, как ты видишь, очень мало. Энергии мало. Ничего мне тут не подкидывают. Ничего не дают. Ай-яй-яй-яй-яй. А если я вот так сделаю? Да. Успеть-то успел. Они не все грибы поели. Ты понял? Смотри. Тут сожрали, там слопали. Как вы заколебали, а? То есть вы хотите меня просто в наглую оставить без растений, да? Я так вас понимаю. Это последняя, третья волна. Неужели мне придется потратить финансы? Как ты думаешь, придется мне потратить финансы или мы справимся с вами? Если честно, я в этом не уверен. Потому что они тут что хотят, то творят. Просто в наглую оставили меня без... Так, выпускаем этого. Ну, косилка-то почему-то не летит. По какому принципу все работает здесь, не пойму. Этот гриб дали, но толку от него ноль. Я не пойму, друзья мои. Грибов у меня нету, энергии нет. Соответственно, вот с этими олухами я справиться не могу. Так, эти-то взорвутся. Надеюсь, все. Так, если я вот сюда поставлю еще камень. Мина, ты успеешь созреть против вот этих вот? Пожалуйста, созрей, а. Я не хочу просто тратить финансы. Просто не хочу тратить. Так, эти, надеюсь, уйдут с концами отсюда. Так, мина созрела, ребята. Все, я спокоен. Потому что, ну, здесь нету газонокосилки, так что... Грибочек на всякий случай поставим. Да. Прошли с горем пополам. Что же ты делаешь? Неохота мне переводить, заниматься этим, ребята, смотреть, что этот гриб делает. Он какой-то влюбленный, что ли. Он по земле пускает ауру сердечек. А что они делают, без понятия. Поехали на следующий уровень. Так, и что у нас здесь? Мне дают выбор, и это уже хорошо. Я возьму, наверное, сюда все-таки кукурузу. Здесь у нас есть магнит, в принципе. Вот я бы хотел бы огненный грохострел взять. Серьезно тебе говорю. Наверное, возьмем с вами сельдерея. Не знаю, стоит ли вообще брать. Он второго уровня прокачался у меня, друзья мои. Так что вот этот я точно гриб брать не буду. Лава гуава, без нее я никуда. Так, возьму магнит все-таки, да? Может быть, стебелек взять электрический. Но здесь пока ничего такого сложного нет. Хотя, как сказать, ничего сложного. Замедляшку возьму. Спорогриб. Спорогриб и... фасоль, может быть. Или бобовые. И мину. Точнее, бомбу, да? У нас... А, бонгчуй лучше, конечно же, взять бонгчуй, но... Его лучше ставить за орехом. А орех-то где у нас? Кого уберем? Давай вот так, наверное, заменим с тобой. Мы с тобой вот так заменим и поставим вот этот вот орех. Все, друзья мои, поехали. Что? А, ну конечно же, я подсолнух не взял. Так, ну что, Стали, ты уж извини меня. Придется без тебя сегодня поиграть. Поехали, друзья. Если что, будем с вами бросать кукурузу. Она, по крайней мере, замедлит их на какое-то время. Пока они там будут масло... с глаз убирать. Мы уже тут с вами получим энергию, и все у нас будет хорошо. Так, этого парня я сюда поставлю. Он разберется с ним. Так, здесь опять же птеродактиль будет, да? Который будет сбрасывать. Значит, вот этот ряд нам нужно с вами сделать с помощью бонгчоев. Так.
Орехи, орехи нужны нам, не нужны. Я не знаю, куда. Если и нужны, то куда их ставить? Куда их ставить? Давай, наверное, применим кукурузу. Вот таким вот образом. Что там? Крик, ор, гам. Поехал, кукуруза, давай. Всех их, как говорится, придерживаем. Так, сельдерей, сельдерей, куда тебя влепить-то? Давай сюда поставим, наверное. Лаву гуаву надо сюда уже бросать. Окей. Так, а этот крепкий, бонг чё с ним не справится. Мне кажется, один на один-то. Хотя справился. Упс, упс. А тут-то у нас... Блин, никакой защиты абсолютно. Давай, 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 в спину ему, отлично. Так, лава гуава. Всех тут поджарили. Так, вот этот ряд у меня не защищен. Давай хотя бы сюда сельдерей поставим и орех. Смотри, смотри, что делает. Понял? Сбросил в тылу врага. Так, удобрение нам досталось. Давай-ка мы, наверное, с тобой бонг-чу сюда поставим. Отлично. Так, еще одного. Давай вот сюда. Да-да-да-да-да. Правильно, прям. Прям, как говорится, в эту лаву. Мне обратно приходится, ребят, подсолнухи выставлять. Потому что их... Ай-яй-яй. А что я думаю-то, друзья мои? У меня... Смотри, здесь внизу большущие, огромные просто проблемы. Просто огромные проблемы. И мне надо с ними справляться. Давай, наверное, вот... А, я не могу сюда ничего сделать. Так, а этот жук-то хитрый. Давай, наверное, вот так с тобой сделаем. Подсолнухи подъели у меня, поэтому их очень мало. Удобрение. Давай, наверное, с тобой еще применим. Вот таким вот образом. Это, кстати, последние зомби у нас. Ага, последние. Нет, вот сейчас только прибыли последние. Так, давай сюда лавушку. А сюда вот так вот сделаем. И ультанем. Так. Что нам здесь применить? Лаву гуаву, наверное. А, тут сельдерей стоит. Не могу. Не могу пока. Давай, 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 давай. По спине им. Блин, придется так делать. Магнит. Ну, вроде бы как все отлично у нас тут с тобой. Но замедлили, молодцы. Почему сельдерей такой тугодум? Почему он не может бомбить? Потому что на нем, наверное, стоят, да? Потому что на нем стоит зомби, и он ничего сделать не может. А вот сейчас он будет бомбить его. И он довольно лихо бомбит, согласитесь, по спине. Ну что, остался всего лишь последний зомби. Все, мы его добили. Друзья мои, прошли мы с вами этот уровень. Такой довольно щекотливый был, но в то же время довольно милый. Фух, и нас ожидает следующий уровень. А тут, да, то же самое все, да? Все то же самое. Единственное, что у нас с тобой нету больше кукурузы, поэтому я возьму, наверное, пейперпульт. Так, предположим, возьму сельдерей. Защитника возьму сюда. Так... Ко всему прочему. Так, я возьму этот орех, чтобы его использовать. Бонг-чой. Так, подсолнухи, подсолнухи. Так, что это второй уровень, что этот? Давай, наверное, возьму все-таки вот этот. Магнит нужен. В принципе, пригодился бы. Но лава-гуава еще тут у нас. Без магнита пойдем. Ладно, ребята, рискнем. Рискнем вот такой командой сыграть. 125 энергии нужно, да? Ой, как долго она сейчас будет копиться. Вот, все. Так, подсунух, я надеюсь, ты меня не подведешь. А эти уже орут, уже вовсю радуются. Это так, ребята, для прикрытия.
Так, сколько у нас энергии? 100. 125, отлично. Так, бегут. Неуклюжие. Слушай, что мы с тобой... А давай, наверное, так же сделаем тоже. Так, еще одно растение поставим. С этими мелкими мы быстро разбираемся. Сельдерей, как говорится, в спину им там нахлобучивает. Эй. Братюнь, ты куда пошел-то? Иди отсюда. Прискакал. Так, погоди. Давай сюда. Наверное, вот так вот сделаем с тобой. Поставим сюда бонгчой. А это-то какого лешего прошел? Здесь у нас никого нету, ни сельдерея, ничего, да? Поэтому он и пробежался. Так, здесь мы поставим с тобой защиту. Сюда поставим сельдерей. Ну, вроде бы пока нормуль. Теперь нам надо думать уже, как говорится, о защите нашей территории. Последний подсолнух сюда поставим. Смотри. Вот вдвоем они неплохо, да, бомбят? Вдвоем они очень хорошо бомбят. Так, выставляем с тобой, наверное, сюда тоже так сделаем. И вот таким вот образом. И бонгчои, конечно же, без них куда? Никудашеньки. Так, можно ультануть. Ой, как красиво. Боятся огонька, да? Боятся. Ну и правильно делают. Нам нужен вот сюда бонгчой. За каждый орех лучше всего ставить бонгчой, мне кажется. Так, пиродактили летают, пока... Ага, сбросил все-таки зомбаря. А так ты... Ты прячься давай, выкидывай его. Да ё-моё, что ж творится-то, а? Что творится в этом мире? Просто беспредел. Так, защитника, куда его поставить-то? Я даже не знаю, наверное, вот сюда вот влепим. Ага, здесь все пока под контролем. Под контролем, блин. Да, этот зомби-то сильный. А этот не бьет, да? Этот не хочет помогать. Обиделся, короче. Так, может быть, ультанем с тобой? Разок-другой, да? С подсолнухами, конечно, вообще беда конкретная. Армия зомбарей идет. Идет. Сейчас схватят кому-нибудь. Ну, уже схватили и потащили. Трындец. Не успел, ребят, подсолнух посадить, как его съели. В наглую, причем сожрали. Лава-гуава, давай, наверное, применим. Только не говори, что ты пройдешь. Да, он не то что прошел, он съел бонгчой и двигается дальше. Мы его откинем. Слушай, сложно, сложно, конечно, играть в этом биоме для меня. Ну, я пытаюсь выжить. Мне кажется, здесь... Зачем я сюда послал? Мне кажется, здесь больше нужно, знаешь, каких растений, которые именно имеют дальнюю атаку. Потому что зомби вроде бы как медленные, да? Идут еле-еле, их издалека бомбить хорошо. А уже для ближнего боя самое то был бы бонгчой. Но тут птеродактили, которые подкидывают их на нашу территорию. Ладно, двигаемся далее. Так, 12-й день. Что там? Не дайте съесть 6 растений. Ты серьезно? Так, возьмем тогда стебелек. Лава-гуава, против этого что бы делать-то, а? Возьмем, сделаем так. Говорят, вот этот вот каменный орех выдерживает удары гаргантюа. Мы сейчас и проверим как раз. Возьмем защитника, чтобы откидывать. Так, гипногриб нужен ли нам? Наверное, думаю, нет пока. Возьму вишневую бомбу. Так, подсолнух и бонгчой. Ну вот как-то так у меня, ребят, получается. Как-то так. И... А, сталью не получится взять. Поехали. А что опять-то?
Подожди, а что нужно? У меня все есть, подсолнух есть, это есть. Хм. Чего им не хватает-то здесь? Может быть, мину надо убрать? Они к этому клонят. То есть, или я должен использовать всего 6 растений? Что-то я, честно говоря, не допетрил пока сути. А так? Так, использовать лаву-гуаву. Так, лаву-гуаву нельзя, получается, что ли? Почему? А почему я не имел права использовать лаву-гуаву? В чем прикол? Непонятно. Ладно, ребята. 6 растений, да? А, все, 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 вспомнил. Лава-гуава, она же сама себя уничтожает. Так, так. Поэтому нам как бы сказали, если вы будете ее использовать, то, ну ты прикинь, я 6 лав-гуав применю, и все, и мы с вами проиграем. Вот оно в чем. Загвоздочка была. Так, нам нужны подсолнухи. Опять эти идут, а? Ну ты посмотри. Опять эти динозаврики. Значит, нам и защитник здесь, по идее, не особо нужен. Не, ну он как бы нужен. Но он тоже сам себя уничтожает. Давай-давай-давай, спину, в спину, в два смычка. Ну, уничтожим его. Да, подбили. Так, давай стебелек вызовем. Так, первая волна, друзья мои, пошла. Мы с этим-то справимся хоть? Справились. В общем, придется мне тогда на стебельках все это дело развивать. Стебельки. И сельдереи. Так, тут, значит, нужно еще и подсолнухи беречь. Тут надо еще и подсолнухи беречь. Да хорош, я же съедят. Блин. Одно растение съели. Жесть. Лютуют враги. Три осталось растения всего лишь у нас. Ну давай, 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 давай. Так, у меня что, с подсолнухами вообще беда? Три всего лишь, три штуки. Волна. Чё? Гаргантюа, не пошел к ли ты, а? Отсюда. Там еще один. Так, секунду, друзья мои, секунду. Главное не паниковать. Хотя я в полнейшей панике. Да уйди ты отсюда, ну. Уйди. Давай ему хотя бы по спине надаем, что ли. Ребят, если я еще одно растение потеряю, это будет кранты. Проиграл. И деньги слил, и проиграл. Зашибись. И как ты прикажешь мне здесь играть? Так, давай выйдем на карту. Так, заходим с тобой в огород и смотрим, что у нас тут с тобой есть. Бонг-чой. Так, вот это вот высаживаем. Так, бонг-чой есть, да? Есть у нас с тобой цитрон. Придется взять вот этих ребят. Поехали. Думаю, этого будет достаточно. Конечно, три стрелы надо было его еще взять. Блин, взял деньги, слил и не получил толком ничего. Блин, не дайте 6 растений им съесть. Зашибись, им так легко это все сказать. Попробуй-ка сделать это все. Орех бесполезно ставить, потому что его съедят. Так, где мои? Берем чертополох. Так, кто у нас там еще-то? Цитрон, ты где? Вот цитрона возьмем.
Чертополох, цитрон и... Бонгчой. Так, бонгчой, вот он. Так, берем подсолнух. Электрический стебелек, уже нет смысла брать его. Нам нужно как-то этого чудика откидывать. Сталью не хочу брать, не надо. Не имеет смысла. Может быть, нам взять этого. Он сможет отталкивать, интересно, или нет? Ладно, возьму на всякий случай. Тут зомби есть с ведрами на голове, но магнит ради этого тратить? Не знаю, друзья. Кукурузу можно было бы, конечно, взять. Я не пойму, что нужно нам здесь лучше всего сделать и как сделать. Бомбы нельзя, это нельзя. Лава-гуава, моя любимая, как говорится, тоже ее применять нельзя. Вишню, конечно же, то же самое, да? Лучше не применять. Я не знаю, кого тут еще взять можно, друзья, я просто не знаю. Магнит. Аки, может быть, есть только. Аки и... И что? Вот меня озадачили-то, а? Арбуз? Давай возьмем арбуз. Ох. Поехали, друзья. Не дайте съесть 6 растений. Суперское задание. Особенно, когда птеродактили выбрасывают сюда вот зомбарей. Просто замечательно получается, да? Давай, подсолнушек. Работай. Нам нужно накопить на цитрона. На цитрона накопить, да? Так легко это звучит, накопить на цитрона. Ага, попробуй-ка. Ну, подсолнухи. Фиг дождешься, короче, их. Ладно, еще есть время. Пока этот зомби дойдет, мы с тобой... Нет, лучше все-таки сюда, наверное, ставить бонгчой. Да ладно, еще... Нет, попал. Попал. Все отлично. Зачем я выставил его туда на самое начало? Вот, объясни мне, пожалуйста, зачем? Его же там... Его же там съедят, а? А если я уберу, наверное, ребята, то... Это будет считаться как... Ну да, это будет считаться, как будто бы я уничтожил одно растение, верно? Давай, наяривай. Так, последний подсолнух, который нам нужен. Так, воу-воу-воу-воу-воу. Так, первая волна. Первая волна у нас пошла. Давай-ка с тобой вот так попробуем сделать. Сможешь ушатать? Смог. Давай, 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 давай. Так, а наверху-то? Наверху все пока нормуль. О, бедный бонгчой. По-моему, тебя сейчас там прижучат или не прижучат. Так. Слушай, первобытный, отвали отсюда, а? Мы что, тебя сбить даже не можем, что ли? Давай, 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 сельдерейчик, бомби ему в спину. Так, вот здесь нужен нам срочно, ребята, где подсолнухи? Где энергия-то? Мне нужен этот бонгчой здесь. Поехал. Отлично, хорошо у тебя получилось. Вот так вот мы с тобой сделаем. Пока ни одного растения не потеряли, но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Он там, бедолага, у меня стоит. Один-одинешенек. Поехали. Опять, наверное, я зря трачу ульту. Мне кажется. Потому что сейчас пойдет Гаргантюа. Он уже идет. Он уже, друзья мои, пошел.
Хорошо, копим с тобой тогда, наверное, энергию. Вот куда ты его, блин, киданул, а? Вот он здесь нужен мне был. Давай. Блин, трындец. Там еще один. Сколько? Три растения, ребята, осталось. Всего лишь-то. Два. Что, как, зачем мне это не надо? Все, ребят, по-моему, фейл, да? По-моему, фейл. Сейчас съедят подсолнух. Или я успел? Фух. Ребята, я, по-моему, успел пройти. Да неужели? Ядрить, колотить. А я думаю, что выходила у нас вот эта фигня? Я когда нажимал на применить заклинание, у меня же денег не хватает, поэтому, типа, обратитесь в магазин. Вот поэтому и выскакивало. Слушай, ну, справился, слава богу, справился. И давайте мы с вами откроем эту пиньяту, глянем, что нам отсюда выпадет. Наверное, опять этот грибок с сердечками. Зачем ты мне нужен, а? Перфом шрум. Так, первобытный у нас подсолнух. Все на этом. Ну, мы продолжаем так. Что здесь хорошенького нам ожидать? Не знаю. Я уже вижу ничего хорошего, потому что тут уже... Ну, слава богу, я могу вернуться к своим растениям. Никаких тут ограничений нету. И это большой плюсик. Это просто огромный плюс. Может быть, взять все-таки гипногрипп, а? Давно мы ему не пробовали. Подсолнух, бонгчой и последний, наверное, мы возьмем с тобой мину. Вот так вот. Поехали. Ух, веселуха начинается. Это у нас 13-й день. Такие довольненькие. Мне нравится, как выглядят подсолнухи. Такие веселые, жизнерадостные, да? Дают тепло и счастье, в отличие вот от этих зомбарей. Хотя в растения против героев мне больше нравится играть именно за зомби. Потому что, мне кажется, почему-то проще за них. Так, давай-ка сюда сельдерейчиком. Ай, зачем он сейчас его подкинет, да ведь? Или не будет подкидывать? Нет, не стал подкидывать. Тогда мой сельдерей сейчас ему в спину-то навтыкает. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Нормуль. Так, а что, с энергией проблема? Да нету, в принципе, никаких проблем. Все отлично. Единственное, что нам надо вот сюда вот поставить по этому ряду наших бонгчоев. Верно? Верно. Потому что если будут всякие зомби перелетать здесь, они будут именно поедать подсолнухи. А если они будут поедать подсолнухи, то... У меня не будет энергии. Смотри, что делает, а? На, грибок, ешь. Мне не жалко. Иди обратно. Своих же там бомби. Так, у нас лава гуава плюс защитники. У меня нет ореха. Так, вот это было лишнее, мне кажется. Давай, давай, поедайте там друг друга. Наслаждайтесь мозгами собственными. Так, поставим сюда вот этот гриб. Споровик. Идет с флагом, бежит, довольный такой, наперевес, все дела. Но как бы не так. Как бы парнишка не так. А если мы тебя откинем? А? Так, слушай, они, по-моему, ускорились. А это все их толкает и толкает, толкает и толкает. Ты посмотри на него. Давай, давай, бонгчой, наяривай. Так, а здесь-то что мы можем сделать? Да здесь справимся, в принципе. Давай вот так вот я сделаю, на всякий случай. Так, сельдерей, все пучком. Последний бонгчой. И... Наверное, нам надо где-то... Вот сюда вот поставим лаву-гуаву.
А сюда мы бомбанем. Вот так вот. Шикарно. Так, защитник, давай-ка встаем. За бравое дело. Так, вот этого, кстати, можно будет развернуть обратно. Ну ешь гриб-то. А этих поджарим. Шикарно. Блин, лава гуава, конечно, меня вообще спасает здесь просто на ура. Друзья мои, согласитесь. Просто выручает. А что ты ешь? Что ты ешь? Ну, он хорошо защищен, кстати, спереди, да? Он не зря выставляет щит. Такой тростниковый, видишь, вот у него как бы щит. А сзади чувак бомбит. А если мы вот так вот сделаем? И вот так. Секунду, 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 секунду. Друзья мои, вы слишком близко подошли. Так, тебе вообще надо отправить обратно. А ну-ка, откинь. Нормуль. Угощайтесь. Ничего не жалко для вас. Вкусный нектар от лавы гуавы. Ну что, остается последний у нас здесь зомби. Ну, мы его довольно легко пройдем. Ну, ты посмотри, как он нехило бомбит, да? Сердеречек. Он у нас не прокачанный, нет? У нас бонг-чуй 3 уровня. Так. И бонг-чуй 3 уровня, поэтому он и бомбит неплохо. А сельдерей только лишь 2. А какой тут максимальный уровень растений? 10, наверное, да? Как во всех играх. Ну что же, мы прошли с вами этот этап. Мне понравился. И переходим на 14-й день. Так, нам что-то скоро откроется. По-моему, первобытное солнце. 14-й день, никаких условий нету. Спасай, как говорится, свои растения. Ой-ой-ой-ой-ой. Гаргантюа пошли. Да иди ты. Никаких условий нету. Есть условия, друзья мои, есть, но тут виноград. Тут есть виноградик. Заморозка. Но не ультовая, а обычная. Виноград очень-очень долго, смотри, копится. Это плохо. Это плохо, что виноград долго копится. Так, где еще там пискля запищала, а? Блин. Как говорится, выбирай, да? Либо-либо. Я сделал свой выбор. Этого заморозим пока на время. Этого пока заморозим на время. Давай, наверное, еще один грибок с тобой посадим. Последний. Пока последний. А этого сейчас, наверное, толканут. Давай, бомбим. Так, блин, еще нужно 2. Заморозься. У меня есть виноград. Есть виноград, да? Но нету энергии для того, чтобы его использовать. А он уже подходит. Бомбим. Спасибо. Так, сюда поставим еще одного первобытного горхострела. Так, вот этих вот нужно тут замедлить. Ну вот, наконец-то грибочки наши подросли. Сейчас у нас пойдет с вами. Что же ты делаешь, а? А-а-а, вот он что делает. Ёпарасоте. Ребята, я допетрил. Я допетрил. Он отталкивает зомбарей. Короче, мы завораживаем вот этих вот динозавриков. И они начинают нам помогать. То есть они откидывают. Видишь, он как бы влюбленный сейчас. Начинает откидывать динозавров обратно. Вот он в чем прикол. Слушай, ну это круто. Это круто, давай тогда делать обязательно влюбленность эту. Этого заморозим. Вот оно что. Так, подожди, вот это слишком, слишком близко подошел. Успеем мы его разбомбить или нет? Мне нужна капелька замораживающая. Хотя можно вот так сделать. Отлично.
Здесь заморозим. Финальная волна. Вот, ребят, смотрите. Давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Приворожим. Он будет их, по идее, откидывать. Эй, Гаргантюа, а ну-ка, иди отсюда, прочь. Вот он, видишь, влюбленный. То есть грибочек его охмурил. И почему-то, когда он охмуренный, зомби сразу перестают идти. Специально, что ли, так делаете, а? Все, друзья, прошли мы с вами 14-й день. Зарабатываем пиньяту. И давай глядеть, что нам отсюда выпадет. Наверное, будет первобытное солнце, да? Ну, первобытный подсолнух. И что же еще? Так, монетки. Ага, первобытный орех. Грибок. Грибок любви. Я его так назову. И мы переходим с вами на следующий уровень. Не было печали, да, как говорится? Защищайте два ореха. Гаргантюа тут опять, а? Возьму, наверное, вишневую бомбу. Лаву-гаву. Замедляшку. Так, тут будут динозавры, значит, возьмем с тобой этот гриб. Так, что же нам еще понадобится? Наверное, возьму сюда гипногриб. Хочется, конечно, испробовать цитрона. Наверное, возьму я его. Ну и, конечно же, подсолнухи. Все, ничего не забыл. Всего нам хватает. По идее, ничего нам не хватает, я лучше возьму вот так вот. Друзья мои, поехали. Приступаем. Блин, защищать их, а? Задачка не из легких. Защищай, называется, орехи. А я ведь могу их обновлять, по-моему, да? Надо было взять, наверное, я точно, чтобы я мог обновить. А я совсем забыл. Давай так вот сделаем. Мелочь пошла, мелочь пошла. Последний подсолнух сюда выставляем. И, наверное, может быть, замедлить. Пока. Второй ряд, я не знаю, стоит ли делать. Ага, ага, ага. Появился, не заплелся. Давай, ребят, срочно его привораживаем. Пиу, правильно, так их всех. Выкидывай, кидрени фени. Так, здесь замедлим. Лаву-гаву, наверное, применять придется. Так, подожгли. Твою ж налево. На, грибочек съешь. Не стесняйся. Так, первая волна, да, собирается у нас ползти. Так, этот пока еще влюбленный. Давай, наверное, тут замедляшку врубим. Ульту я, наверное, Оу, зачем? Господи, зачем я это сделал? Я хотел ульту приберечь, а не использовать ее сейчас. Хорошо их так, да? Окатило. Так, хорошо так хорошо, а внизу проблемы. Гипногриб, на, ешь. Иди своих же там бомби. Вишневая бомба с... Опа, опа, опачки. Так, друзья мои, у нас проблемы. Тут орех уже собираются съесть. Так, секунду, секунду. Ульту применяем. Так, здесь вроде бы все окей, здесь окей. Пускай съедает. Смотри, что делает, а? Специально к моему ореху подкидывает. Блин, мне нужна бомба. Друзья мои, бомба-замедляшка. Фу ты, бомба-замедляшка. О чем я говорю? Какая бомба-замедляшка? Так, что там с Гаргантюа? Еле идет? Штаны навалил. А, понял, понял. Мы его отталкиваем. Отлично. Значит, эти ребятушки, оказывается, могут сбивать Гаргантюа. Отталкивать. И это круто, на самом деле. То есть офигенно выгодно их
А вот это не надо. Это не надо делать, парень, хорошо? Давай еще, наверное, поставим третьего. Не дают ему шанса просто даже двинуться, прикинь. Да когда ж ты сгоришь-то там, а? Какой ты мощный, а, Гаргантюа. Какой ты мощный. Все. 15-й денек прошли. Ух ты, это что такое? Что еще за... Я не знаю, что это такое. Ну, мы что-то получили. Это какая-то коллекция. Это очередной артефакт. Как говорится, в копилочку его забираем к себе. Так, давай зайдем, наверное, с тобой на огород. Давай засадим растение. Так, сюда. И сюда. Капелька. А здесь у нас будет защитник. Так, Жужу, будь добра. Давай вот эту вот капельку опыли. Окей. А что нам здесь показывают? Я могу что-то прапать? А, мину. 1500. Твою ж налево. Я сейчас, да, удивляюсь. 1500. Когда-то у меня было 20 с лишним тысяч. А сейчас 1500 жалко. Точнее, даже не то, что жалко, а у меня их и нету. Ну что, мы с тобой... Что тут? 16 уровень прошли. Почему он таким значком, интересно, отмечается, а? Не знаю, ребят. Какой-то будет опасный, наверное, этапчик у нас. А раз там черепок такой, горящий, красный. Уровень от зомбоса, судя по всему. Так, что тут у нас? Что там за задание? Кто? Да более знакомые, да? Опять Гаргантюа, все дела. Орехи. Не просто так, наверное, дают мне их. Ну? Так, поехали. Обстрел. И сюда. Будем их отталкивать. Так, наверху, да, еще? Паразитыш идет. Сейчас мы его тоже, наверное, надеюсь, быстренько отбомбим. Так, а вот это плохо, ребята. Пришли динозаврики. А грибочки будут здесь давать или нет? Это вот не надо делать. Блин, внизу. Сейчас будет всех толкать. Хотя у нас есть вот такая штука. Давай. В спину этому малышу. Окей, отлично. Так, этого тоже, пожалуйста, забомби. Сюда поставим орех. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отлично. Все пока по красоте. Кроме вот здесь. Вот здесь вот немножко хуже. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, неужели пройдут? Чего ты там напрекся-то? Я не могу понять. Придется вот так делать. Тут нет газонокосилки, понимаешь? Этот летит, блин. Как же ты мне тут, а? Подпортил. Так, мы его откидываем, откидываем. Давай-давай, в спину ему. Так, по-моему, там я слышал... Или мне показалось? Мне показалось, я думал, Гаргантюа там идет уже. Но еще пока, слава богу, нету его. Полетели, полетели. А птеродактиль, интересно, тоже можно как-то приворожить или нельзя? Смотри, что тут происходит, ребят. Смотри, что здесь происходит. У меня нету денег. Короче, фейл. Как, интересно, я должен здесь играть? Объясни. Объясни мне на милость, как я здесь должен играть, когда дают орехи вот этих вот чувачков, которые стреляют у нас. Повторить, конечно. Блин, горел я. Фу. Сложно все как, а? Это еще Гаргантюа не вышел. А когда он выйдет? Может быть, нам... Ну и что, я поставлю сюда орехи. И в чем прикол будет? Не знаю, в чем будет прикол. Ладно, будем выставлять.
Ульту, может быть, поберечь. Ульту поберечь. Все это легко сказать, видишь, птеродактили вот эти, блин, появились. Не заставили долго себя ждать. Как быть-то, я не представляю. О, зачем так близко-то? Да ну куда ты прешь, а? Здорово. Просто здоровски. Давай, 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 мелкого прощалыгу. Ты прятаться будешь или нет? Так, нам придется вот здесь вот, ребята, с вами что-то придумывать. Здесь, потом здесь. Так, сюда поставим. Ну, ты посмотри, ну все равно, да, пройдет, нет? Нет, не прошел. Так. Ну? Давай, 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 в спину. А, смотри-ка, влюбленный летит. Привороженный. А если я вот так вот сделаю? Блин, сейчас еще гаргантюжи эти пойдут. Я все жду, жду, когда они там появятся. Так, а ну-ка. Давай вот здесь вот будем бомбить им в спину. Ну и куда ты разогнался-то, а? Прыщ. Оу, прошли наверху, друзья мои. Угу. А помогло ли мне это? Ну, как-то так. 50-50. О, да тут уже гаргантюа идет. Давай, 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 давай его туда откидывай. Мне вот так вот сделаем с тобой. Мне это хоть как-нибудь-то поможет? Ну? Бумс. Смотри, что тут творится. У меня не хватает денег, ребята. Элементарно не хватает денег, чтобы защитить. Он же сейчас сломает мне орех. Так, новый. А чё новый-то? Толку-то? Никто не помогает. И спокойненько сейчас себе... Подожди. Нет, не получается, друзья мои. Давай, 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 гаргантюа в спину. Ты будешь... Он бомбит. Подбил. Это просто чудо из чудес какой-то. Но... Это только начало. Смотри, что тут происходит. Еще один, я его не увидел. Я его, друзья мои, не увидел. Это лютость. Прошел, да? Нет, не прошел, но... Вот тут вот, конечно. Я не знаю, ребята, это труба. Это труба, это я не знаю, как тут проходить. Финальная волна, это еще не финальная была, что ли? Я умываю руки, друзья, я умываю руки. Этот уровень мне, по ходу дела, не пройти. Даже хоть ты тут какие растения возьми, они все равно не помогут тебе. Тут нет таких растений, которые... Блин! Фу. Ладно, последняя попытка. Последняя попытка, ребята. Но если не пройду, видишь, еще уровень-то отмечен каким? Красненьким. То есть, блин, слишком сложно. Я ведь так и думал, что будет какой-то подвох. Вроде бы все хорошо делаю, все как надо, и не получается, а? Волна за волной, как тут успевать? Не знаю, вот серьезно тебе говорю.
Выставляем эти орехи. Ну что, орех они быстренько съедают этой толпой своей. Как налетает. Там видел, какие орды. Виноград дают тебе раз в пятилетку. Как хочешь, так и дерись. Плюс вот эти динозавры, которые тут очень сильно вредят, подталкивают вот этих мелких всяких к нам поближе. Вот таким вот образом. И как это может не бесить? Грибочка не дают нам, который делает... Ты сам знаешь, что он делает. Он делает... Вот смотри, вот этого вот. Вот как ты вот скажешь мне вот в броне вот этой вот, в шапке. Они толкают и толкают, толкают и толкают их. Без остановки просто. Ну вот чего вот он идет, а? Ну вот чего вот он идет? Пришел тоже мне тут. Где грибы? Дайте мне грибы, ё-моё, в конце концов. Фигушки тебе, а не грибы. Ну и чё? Давай так сделаем. Влюбится он, нет? А, на этого не влияет все, понятно. На этого не работает. Замечательно. Так, вот они явились. Кого они будут толкать? Не знаю, ребят, кого они там будут толкать. Где они там будут толкать? Они все кидают и кидают, кидают и кидают. И так до бесконечности. Эти сейчас пройдут, да? Так, виноградина. Да ё-моё, блин, не успел. Хотел же, блин, в гаргантюа бомбануть. Давай, поехали, надо нам его оттолкнуть. А этот все подкидывает его обратно к нам, ты прикинь? Просто берет и подкидывает. Жесть какая-то. Так, где у нас там динозавр? Вот он. Успел, кажется, я его там приворожить или не успел? Фиг там разберешь. Бомби, пожалуйста, по гаргантюа. Давай вот так вот сделаем. Ну. Все очень и очень плохо. Ну-ка. Так, ну это еще, ребята, это еще не конец, начало, можно так сказать. Здесь вообще у меня все посъедали, как ты видишь. А там еще один гаргантюа идет. Так, где эти динозавры? Вот они, да? Здесь будут отталкивать. Хотя они тут везде будут отталкивать. Со всех сторон, блин. О! Ну-ка. Ну и что это мне дало? Давай, бомби его там в спину, пожалуйста. Так, а волна еще будет, да? Еще будет. Так, если мы, например, вот здесь так сделаем. Да ты серьезно, что ли, сейчас? А ну-ка. Ну, бомбанули, как бы, получается, да? Если я сюда поставлю орех. Мне нужен... Я не знаю, виноград еще нужен мне, по идее. Как вот этого мне? Или ульту? Дайте мне какое-нибудь растение, чтобы я мог применить ульту. Так, хорошо, давай в спину мы его побомбим. Этому гаргантюа. Есть. Неужели, друзья мои, неужели это свершилось? Это, черт подери, сложно было как. Фу, но у меня вышло. У меня вышло. Я не верю своим глазам, ребята. Без рубля, как говорится, вложенного, без копейки, без голдишки. Я победил этот уровень. 100 монет, спасибо. Так, грибочек влюбленности. Получаем. Так, первобытная мина. Когда она, кстати, откроется-то у нас? Я уже хочу мину первобытную.
Ну что, следующий уровень. Чего здесь такое? Да не надо мне открывать. Это пляж. На пляже, говорят, вешайся будет, да? Хм. 17 уровень. Поехали. Мы его пройдем и получим с вами первобытный подсолнух. Так, Дэйв, Пенни, все понятно. Можете расходиться по домам. Я тут сам как-нибудь разберусь. Надеюсь, что разберусь. Так, возьму. Я без бомб, без мин теперь уже вообще боюсь куда-либо выходить. Без лавы гуавы. Без вот этого грибочка, который я вначале не понимал, что он делает. Так, и последний кто? Давай, наверное, вот так вот сделаем. Все, ребят, поехали. О, я зачем я взял два подсолнуха-то? Я не увидел. А чем отличается этот подсолнух от этого? М? Этот может за себя еще постоять или что? Мне показалось, или это правда, что он дает побольше солнышка? Покрупнее. Сейчас посмотрим еще разок. Давай, давай. Да, он, по-моему, дает большое солнце такое. Зачем я тогда взял эти подсолнухи? Вот объясни. Блин, я даже не посмотрел. Ладно, пускай будет два подсолнуха. Ну, ошибся, ребят, ошибся сейчас. Начнете там бубнешь разводить. Так. Окей. Может быть, второй рядок нам закрепать здесь, а? Из этих первобытных подсолнухов. Я теперь буду только их брать. Раз они такие крутые. Раз они такие крутые, надо их брать. Так, подожди, 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 подожди. Мелкий, иди отсюда. Тебя сюда не звали. Угу, в спину. Отлично. Так, как только появятся эти... А, они уже появились. Так, срочно применяем. И давай их обратно, пожалуйста, толкай. Им здесь делать нечего, я им не рад. Мои подсолнышки тоже им не рады. Вот так вот, чтобы знали свое место. А он их просто отталкивает, или он их при этом еще и уничтожает, а? Ну-ка посмотреть бы этот процесс. Непонятно пока, если честно. Вижу, что он их толкает, но убивает ли? Может быть, сюда на всякий случай гипногрипп? О, отлично, прям на него прыгнул. Так, все хорошо, все, друзья мои, под контролем у нас. Или нет? Должно быть под контролем. Ноу, парень. Разогнался, а? Так, еще вышли. Еще вышли тут динозавры. Новых сортов, так скажем, да? Подсолнухов я больше уже сажать не буду и не хочу, мне кажется. Ой-ой-ой-ой-ой, зачем? Ешь грибок и будь здоров. Так, они там друг друга лопают, а я им тут помогу еще маленько. А, таким вот образом. Так, есть бомба. Вишневая. Это, по-моему, было все. Слушай, ну подсолнух вот этот вот первобытный классно. Классно дает, конечно, да? По-моему, мы его сейчас откроем. Да, мы его получили. Yes. Такой веселый, довольный жизнью. Правильно, так и надо. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Обязательно увидимся с вами в следующей серии. А чуть позже я пойду поиграю в растения против зомби-герои. Так что ждите видосики. Всем пока и до скорого.